Работа пилы – только начало. Первый этап – расчистки русла реки. На территории между Пушкинским и Чечеринским мостами рабочие убирают ненужные деревья. За корни и ветки ивняка цепляется ил и мусор. Как результат – загрязнение русла и препятствие свободному ходу воды. От экологического состояния реки в Уссурийске зависит многое. Рядом расположены жилые дома и городская инфраструктура. Чтобы избежать дальнейших затоплений, принято решение – русло реки очистить. Чтобы этого не было, были приняты необходимые меры по ликвидации последствий прошедших стихийных бедствий, недопущению впредь подобных явлений. Значит, администрация Уссурийского городского округа были приняты меры непосредственно, обратились за помощью к администрации Приморского края, дабы выделили средства. Работы ведутся постоянно. Закончить планируют к лету. За весенний период произведут уборку ивняка и очистку мусора не только из русла реки, но и на прибрежных территориях. Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс.